Потом в какой-то момент я подошел, и уже мы так
Уже такие были такие одеяния, такие сильные, такие прилипнутые, такие приятные. Потом такое еще такое, тоже такое окончание осталось. Оксана, вот у меня вначале такая была какая-то потерянность. Такая вот я как будто искала какую-то опору, и я ее не находила. Я тогда как бы сама стала создавать какое-то пространство. И как бы какую-то энергию брать вот откуда вот, вот я как бы ну потом не скажу, что я уже все-таки где-то нашла через свой текст. Я думаю, что если вот так. Ну, сложно, просто вначале как бы я не чувствовала вообще никакого контакта, то есть мне как бы, ну, не знаю, то есть вначале как бы был какой-то сумбур и какой-то хаос, и я как бы в этом хаосе где-то пребывала, и вот как бы мне так вот мне тяжело было вот среди этого хаоса вот найти какое-то равновесие и гармонию, то есть вот я хотела, я где-то вот мне хотелось какой-то гармонии, а вокруг меня такой уже рух. И вот я как бы вот... Мне такое чувство, что я вот ее как бы пыталась... Ты слышишь просто? Что происходит? Ты слышишь? Я ее пыталась создать. Что ты делаешь, когда ты называешься пытаешься? Понимаешь? Вот все вот эти полеты твои были, это твои полеты, понимаешь? Это ты себе музыку слушаешь, понимаешь? И летаешь. И ты абсолютно не чувствуешь оператора при этом, понимаешь? И второй человек, который с тобой, теряется в этом всем. Понимаешь? То, что ты это, хочешь показать, что ты такой красивый парень, не знаю. Мы не спорим даже с этим. Не старался, Костя, ну не старался, понимаешь, ну не старался. Я тебе вчера объясняла. Вот гармония может быть только там, что вы положено двигаться. Гармония создается там, когда слушаете. Вот, пожалуйста.